Всем привет! Сегодня у нас 30 июня. Приехал до кума в гости. Говорит, пойдем посмотришь яблоко у меня какое. Ну, яблоко похоже на белый налив. Может какой-то клоун. Слушай, мой белый налив, он еще зеленый висит. Размер такой красивый, впечатляет. Яблоко в багарных условиях, оно без полива. Не обрабатывалось. Ты же не брызгал его, не? Ни разу не брызгалось за сезон. Такие вот яблоки висят. Красивые. Есть и червячок, и на земле валяются. Но видон хороший. Висят такие бомбы. Такие яблоки. Сейчас посмотрим. А с червячком, конечно. Ну ничего. Мы попробуем на вкус. Такое, чем-то похоже на белый налив. Кисленькое. Ну, летнее яблоко. На вкус летнее яблоко. Тут он висят. Дерево подвой, наверное, среднерослый. Скорее всего. Сколько яблони лет, Сань? Лет 7. Вон тоже какой висит. Тут яблоки. Тоже спелое тоже. Поврежденные. Такие здоровые яблоки. Такие яблочки. Тебе нравится он вообще сорт? Каждый год у тебя? Да. Каждый год. Ты же его в третьей части только подношение. Ну да, если бы оно побрызганное было от плодожорки, то оно все на дерево было, так оно попадало. Нет, оно перегруженное было. Ну, перегруженное было. Ну, короче, вот такой сорт. Тоже хороший, что ранний. Начало июля, конец июня. Что отлично. Кому интересен сорт, то можете заказывать черенки. Прирост хороший. Прирост хороший. Можем отослать. Ну, точно название сорта не знаю. Такое, как какой-то клон белого налива. Потому что белый налив у меня настоящий, то еще зеленый. А этот уже поспел. Все, всем спасибо, всем пока.